Всем бодрого времени суток, с вами канал Моби Смит, и сегодня у нас на обзоре игрушка под названием Iris Fall. Это головоломка, приключение, такой квест, в котором у нас обыгрывается игра света и тени. Так что будет много интересного и необычного, так что устраивайтесь поудобнее. Если есть желание, жмите бодрящий лайк под этим видосом, и будем начинать. Ну что ж, ребятки, у нас есть на заглавном экране заветная надпись «Новая игра». Начинаем! Нас ждет сейчас история. Начнем. О чем у нас тут сюжет? Завязка сюжета. Сейчас мы узнаем. Так, девчушка спит в своей комнате. Что-то там ей снится, видимо, да? Наверное, что-то будет по поводу снов. Ой-ой-ой, ей кто-то там снится, какой-то кошмарчик. Что-то ей совсем не очень хорошо снится. Ой-ой-ой, что-то сны у нее какие-то такие. Ух ты, она куда-то во сне своем попала. Куда же она отправится в своем сне? Ого-го, что-то какая-то версия Алисы в Зазеркалье, видимо, какой-то, да? Оба, проснулась. У-у-у! Кошмарчик снялся, конечно, да. Что-то ей не очень хорошо спалось. Ой-ой-ой, что-то смотрит. А что с рукой-то? А, кошка. Кстати, это про ее кошку снилось ей. Так, кошка у нее черная, кстати, да, что самое интересное. Ой, кошка ее куда-то зовет с собой. Ну, да, видимо, какая-то история такая будет тоже. Что-то похожее на Алису Зазеркалье. Ой, куда же тебя кошка зовет-то прямо из дома? Ё-моё, ты молодец, ночью за кошкой побежала. Да, это серьезно, конечно, это опрометчиво. Ого, какой-то заброшенный дом. Ну, конечно, надо идти в заброшенный дом ночью за черной кошкой. Ну, это, конечно, ума палата у девушки, да-да-да. Соображает, ну, прям по классике все. Хорроров, да? Классик, ой-ой, да, дом-то какой страшнючий, да? И кошка туда умчалась. Ё-моё, да, слушай, я бы туда ни в жизнь не пошел, честное слово. Тут еще и, смотри, тут еще и обвалы всякие, провалы. Да тут даже если бы все, никого бы не было. Ой-ой, что-то тут, смотри. Ого-го. Что-то тут еще не все в порядке с кармой этого домика, да? Ой, что случилось? Она в кого-то превратилась, это какая-то стала она интересная, да? Ага, нам говорят, надо идти вперед. Окей. Так, кстати, что у нас есть? У нас есть сумка. Сумка пока пустая. Мы можем идти пока вперед. Так. Ой-ой. А вот и кошка, кстати, наша. Коша, ты куда нас завела-то? Ёлы-палы. Ага. Что-то мы можем посмотреть. Давай, глаз есть, показывает. Давай. Так. А что глаз нам показывает? А, посмотри, она какая-то в тень превращается. Фью. Вау, у нас девочка умеет превращаться в тень. Да? Так, а ну все равно мы что-то там не можем посмотреть никак этот. Ну. Так. Не, это мы все-таки нажимая на глаз, это мы переходим в тень. Хорошо. А, мы можем пойти. А, классно! Я говорю же. Серьезно, тут получается она переходит в режим тени. Вот. И может ходить не по физическим объектам, а по их теням. Да, классно. Так, пошли. Проходим, спускаемся. Тут дом какой-то очень большой, кстати, тут много всего. Оба, оба, оба. Куда это? А, лестница сломалась. Посмотри. Ого, как же она теперь назад вернется-то, а? Блин, попала она. О, игрушка какая-то, кстати. Кошка. Ну, кошка у нее, конечно, мрачноковая, да, черная. Только на хвосте немножко, да? И... Ага, она тоже умеет, кстати, по этим, по теням бегать. Так, ну, молодец, ты залезла, да? А я как туда залезу? Соображаю. А, так. Что-то все искрит и гудит. Так, надо что-то посмотреть. Давай посмотрим, что за провода тут. Так, оу, куда это мы зашли? Тут что-то жестко. Так, смотрите, мы что-то можем найти. Книжка какая-то тут. Книжка, что-то книжка. Посмотреть книжку. А, книжки это моменты там, где можно превращаться в тень. Понял, то есть не всегда можно превращаться в тень. А только в определенных моментах, где книжки есть. Ищем, значит, надо искать книги. О, что-то взять можно. Чик. О, мы нашли кусок трубы. Так. Понял. То есть мы, это как типа как порталы в теневой мир, да, получается? Ага. Во. То есть мы можем перемещаться между миром теней и как бы, ну, не то что формой тень,
А вот и надо этот нам наши сумки. Достаем трубу и сюда подсоединяем ее, да? Давай. Чик-о. А, теперь труба полная, и тень появилась у нас тень, которую мы можем теперь перейти по этой тени. Тень непрерывная, мы можем по ней перейти. Ха, интересная, кстати, задумка. Очень такая необычная, я вам скажу. Да, вообще с тенями уже есть достаточно, ну, как бы есть игры. Но именно такой вот вариант геймплея по поводу тени еще не встречал, честно говоря. Вот, я думаю, что как бы игрушка достаточно необычная и такая оригинальная, да. Если вы встречали какие-то игры похожего типа, то напишите в комментах об этом. Вот, можно будет посмотреть тоже, что еще. Возможно, по каким-то играм сделать еще обзоры, да, на прохождение. Вообще, какие игры вам нравятся в такого плана головоломки необычные, можете написать в комментах. Вот, обязательно посмотрю. Так. Так, что-то мы там уже нашли. Вон там что-то светится. Так, где там? Не, пока что ничего. Интересно, почему тут все искрит у них тут? Как тут еще пожар не устроить? Так, все такая рухлядь. Так, ага, смотри. У нас тут можно посмотреть что-то. О! Так, мы нашли какой-то механизм. Так, что же за дом-то? Куда нас завела эта кошка-то? Вообще, кто она, эта кошка? Явно не та, за кого она себя выдает, эта кошка. Так, мы какую-то нашли комнату с глазом каким-то. Механизмы какие-то. Главное, что никого нет здесь. Так, что там мы должны? Чик. О, шестеренку нашли какую-то. Так, это она явно нам пригодится. Где-то тоже опять что-то достроить. Что-то еще нашли. Так, а что это? Шестеренки. Чик. Нам нужно, смотрите, переместить, сделать непрерывной тень. Так. Так, смотри. Ага. Так, двигаем эти все. О, подожди. Так. Чик. Ха-ха. Так. О, получилось. Отлично. Мы сделали. О, Коша, ты чё? Я за тебя тут всё делаю. Ага, она тоже в тень. Фу, классно. Птичка тоже. О, кто это? Летучая мышь в теневая. Оба, кошка с ней вы. Так, кошка все-таки, наверное, хорошая, да? А, она говорит. Фью. Не может пройти. Там, короче, мешает летучая мышь, да? Так, окей. А там кукла какая-то была, да? Пошли мы туда вон к глазу. Там есть какой-то еще. Может быть, там, да, выходим. Вот тут что-то есть. Явно. А, да, вот, смотри, можно рукой взять. Ага, можно собрать шестеренку. Поставить куда-то шестеренку. Так, оп. Давай, выбираем. Что надо делать-то? Подожди. Щик. А что надо сделать-то? Ну. А, у нас, наверное, нет того, что нам нужно. Понятно. У нас мы еще не нашли того, что нам нужно. Во, кстати, вот какой-то предмет. Давай пойдем посмотрим. Вот какой-то предмет. О, это можно Да, вот сюда шестеренку поставить можно. И что-то заработает. Чик. Ага, вот так вот. Что-то мы можем взять. Опять, что ли, забрали шестеренку? Я не понял. Так, поставили. Мы ее ставим сюда, и что-то она делает. Так. Ага, ладно. Потом ее можно... А, смотрите. Вот, книжка, кстати, да? Можем перейти в тенек. И куда мы можем сделать? Что мы можем сделать? Не, подожди. Что-то тут надо было сделать. Не просто так. Хе-хе. Окей. Дальше. А мы никуда не можем пройти. Не, что-то тут не... мы не доделали что-то. Что-то не доделали. Явно, наверное, надо поставить... Подожди, эту шестеренку мы пока, наверное, заберем. И тут что-то надо сделать. Смотри, зацените. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут получается. Превращаться можем? Давай. О, и что там надо делать надо? Угу. Так, ладно. Превращаемся пока что. О, а это что такое? Еще один какой-то тут вариант чего-то. Так, смотри, у нас тут еще что-то появляется. Так, и что мы сюда? А, вот сюда шестеренку поставить надо. Чик. Ага. Опустили что-то там. А, вот, теперь можно подняться по этой, по тени. Так, вот, и наверх там статуя. Так, отлично. Дюн-дюн-дюн-дюн. Слушайте, да, интересные головоломки, очень необычные вообще. Так, что-то мы нашли там, да?
Да, статуэтку нашли. Отлично. Явно нам пригодится эта статуэтка. Возвращаемся в обычный мир. Так, ух ты, конечно, интересно. Да, действительно. Ой, так, где-то там. Возвращайся обратно в телесную форму. Так. Так, статуэтка для чего-то нужна. Ой, мявкает кошка. Ой, кошка, куда ты полезла вообще? Мявкая что? Так, о, статуэтка, наверное, да? А давай статуэтку посмотрим. Вот сюда, наверное, поставь. Куда можно? О! А, это не статуэтка, это куклы. Ага, нам надо еще одну куклу найти. Это куклы, куклы, куклы. Так, вон вторая кукла. Да, вторую куклу надо как-то нам с вами достать, потому что кошка не смогла пройти. А может мы пройдем, кстати, да? Давай посмотрим. Чик. О, в тень. Наверное, может нам эта летучая мышь, она нам ничего не сделает. Ах ты ж, что творит? Давай. А, во, нормально. Да, забираем куклу. Отлично. Вот, и теперь мы там возле того глаза повесим тебе вторую куклу. Так, угу. Отлично. Следующий уже прошли этапчик небольшой, чуть-чуть дальше продвинулись. Да, такая, короче, вот вариация Алисы в Зазеркалье, только более мрачная такая, да? Более такая вот гнетущая, я бы сказал. И все очень в таких в темно-белых, в черно-белых, в черно-серых штанах таких вот сделано все. Так, и что? Что теперь дальше? Куклы у нас есть, да? Что там нам надо с куклами делать? Ой, а зачем мы ее забрали-то? Так, подожди. Чик. А если сюда их Ага. А, может я не ту... О, да, это было не та кукла немножко, да? Смотрите. Так, а это вот сюда. О, все, загорелся свет. О, теперь правильные куклы. Ух ты! Что тут надо... А, надо куклу, кстати, правильную подобрать, да? Так. Чик. И ноги правильные. Ух ты, интересно. Ага, они двигаются, зацените, да? Так. Не, что-то неправильно. Так. О, вот так и правильно, наверное, да? Так. Чик. А чё? А, подожди. Вот, на рисунке есть, что надо нам сделать, да? Во, с мечом она должна быть, да? Так, у нас же рисунок есть наверху. Так, давай посмотрим. Чик, во, так получается. Почти получилось, так, во, вот это скорее всего. И давай, голову. Так, еще немножко. Что, не то, да? Не то. Не, вот это вроде бы правильно. Так, теперь давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Ага, вот так. Тут с пистолетом должно быть она. Так. Во. Не, подожди, не то. Не то, не то, не то, не то. Так, тоже не то. Не, наверное, все-таки вот это. Угу. Да, во. И ноги. Во. Разыгрываем сценку. Е-е-е-е! Запрограммировали их. Чу-чу-чу-чу-ру-ту-ту. Ух ты, открылась дверь. Класс. И нас туда кошка приглашает. Девочка, конечно, бесстрашная. За кошкой входить в такие дела я бы не пошел, честно говоря. Все? Ух ты. Ну, в общем, первый уровень, я так понимаю, закончили, да, мы? Первый уровень у нас закончен. Что там? Да, ух ты, серьезная новая локация. Да, у нас следующая часть истории. Угу. О, механизмы какие-то. Дом, конечно, интересный. И никого нет вообще. Чего там только нету. Мы на крышу забрались. Ага. Кстати, вот есть еще. Есть тут у нас что? Переход в мир. Так, в теневой еще есть. Во, мы можем туда, на ту сторону перейти. Так, давай. Во. Во, так, мы сейчас что-нибудь... А, шестеренку можно собрать. О, давай. Чик. Интересно, как она тенями собирает шестеренку? Реальный объект собирает в образе тени. Это, конечно, интересно. Так. Кстати, у нас было две шестеренки. Не, одну, а ту забрали у нас шестеренку. Пошли. О, что-то посмотреть можно. Тоже в тень переворачивается или нет? А, вот тут шестеренку надо поставить. Так.
Окей, ставим сюда шестеренку, крутим. Наверное, крутим. Ух ты! Что-то открыли. Так, а что тут? Ого, серьезно тут. Так, это что надо, головоломку разобрать какую-то? А, я понял. Перемычки сделать, во. И что, кнопку нажимаем, ток пошел. О, открыли. Ух ты! Прикольно, смотри. Так. Ага, так, смотри. Так. О, перемычка есть. Так, сюда. О, вот так получается. Так, и вот так. О, давай. Чик-чик. О, отлично. Отличненько. Так, 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 так. Угу. Что-то не то. О, не, неправильно. Не то. Тоже не то. А как что-то правильно-то, а? Так, о, вот так. И, подожди, как-то вот так должно быть. Во. Во, теперь правильно, а ну-ка давай. А, нет. Так, что ли? И что, так, что ли? Нет, не так. Так, это, конечно, интересно. Тоже не то. Так, давай посмотрим, что у нас тут-то. Не то. Тоже не то. Хм, нет, тоже не то. Толку никакого от этого. Так, тоже никакого. Тоже никакого. Так, тоже никакого. Странно. О, подожди, а это что же можно здесь? Нет, тут уже нельзя. Так, это, конечно, уже интересно. Так, ну это мы быстренько как раз чуть-чуть переходим сюда. И тут надо буквально немного надо сделать нам еще. Нет, не то. Хм. О, вот так, наверное. А ну-ка, давай пробуем. О, есть. Хе-хе-хе, получилось. Ого, ничего себе развалилось. Да, натворила эта девочка делов-то, да? Но что-то нашла. Трубу какую-то опять. Так, кошка, кто ты такая вообще есть, кошка, а? Тут все развалено, все. Что ты умеешь делать вообще? Вообще, кто ты? Ага, вон туда надо, получается. О, мы на крышу поднимаемся самую. Серьезная игрулина, тут такая вам скажу. Так, куда нам надо с вами переместиться-то? Где-то тут был, во, вот тут у нас был мир тени. Дальше переключаемся. Чух, превращаемся. И поднимаемся наверх за кошкой. Надо за кошкой следить. Так, куда она перемещается? Так, пошли. Ой, слушайте, вообще. Ого, куда это она зашла вообще? Ага, тут какое-то теневое представление. Так, про кого-то. Ай! Ой-ой-ой, что так кошка кого-то нападает. О, ничего себе. Кошка, ты что, обалдела? Ты что там на кого-то нападаешь? Так, а у нас есть что? У нас есть трубка. Трубка какая-то, да? Ого, тут большой уровень какой-то. Серьезный такой, все, конечно, шестеренки. Такое серьезное все. Угу. О, свет включается, интересно, что он дает. А, смотри. Тут, получается, мы сейчас тоже заходим, и нас видно в тенек. А, во. Что-то включить надо. Кстати, да, давай трубку поставим эту сюда. Чик, чик, сюда. Давай, ну, ставим. Во. Чик, ага. Это как, типа, как этого, получается. Мостик делаем, теневой, да? Так, и что дальше? Подожди, так, а зачем это трубу забрали? Не, опускаю вниз опять. Не, подожди. Это все правильно было. Ё-моё. И дальше что? Окей. Нет, трубку забирать мы не будем. Так, что дальше-то? О! А тут что-то еще. О, новый. Смотрите, сколько тут всего интересного. Так, переключаем. И что будет? Что тут такое происходит-то? Что-то серьезное такое. О, можно что-то взять? Так. Ага, а может трубку правильно было туда? А ну-ка, стоп. Не на, подожди, сейчас. У нас трубка-то всего одна. Наверное, надо поочередно эти трубки ставить везде. Давайте заберем эту пока трубку. Она, видимо, не сюда сейчас пока что. Я так думаю, что, наверное, вряд ли она сюда. Наверное, еще там дальше. О, подожди, а что это за лестница? Там можно тенью стать. А ну-ка, давай. О.
Мостик, это надо нам с вами потом будет создать мостик, правильно сделать мост. Я ж туда не поднимусь наверх. Тут чего-то не хватает. Труба какая-то маленькая, слишком, честно говоря. Давайте попробуем вот здесь сначала поставить. Что у нас получится? Покрутить. А что она крутит? Она ничего не крутит. Хорошо. Дальше давай посмотрим. Поставим сюда трубу. Чего ж сделать-то уже? Больше ничего не делать. О! Смотри, там тоже отсвечивает. Так. Окей. А теперь крутим. Ну давай. О, вон мостик. Все, мы сделали мостик. Вот тут отлично. Система такая света. Теперь мы можем по мостику забежать наверх. Так, отлично. Так, окей. Передвигаемся. И побежали наверх. О, теперь здесь превращаемся в настоящую. А, вот, это мы так преодолели, короче, разрыв. Разрыв лестницы. Так. О, там что-то. Эй, подожди. Наверх. Вон там наверху что-то какая-то серьезная штука. Давай посмотрим. Так. Эй. Ого, какая лестница. Ничего себе тут конструкция. Слушай, кто же ты такой наваял-то тут столько всего? Вообще, кто вы? Кто вы? Так. Ой, тут что-то надо крутить. Наверное, тоже. Так. Ага, лестница. О. Ого, головоломка какая. О, есть, получилось. Пошли дальше. Дин-дин-дин-дин-дин. О, тут что-то еще книга, смотри. Подожди, а как я до книги доберусь-то? Блин, подожди. Книга-то непонятно, как до книги добраться. О, не-не-не, до книги... А, не пускает меня. Ну ладно, давай посмотрим. Окей, давай пока что до книги, видимо, попозже доберемся, да? Ага, тоже что-то менять можно. А, это теперь лестница перемещается, теперь другая. Чик. Так, о. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что-то неправильно. О, а ну-ка еще. Ну-ка. О, теперь мы можем спуститься куда-то там. Динг-динг-динг-динг-динг-динг-динг. О, мы теперь можем к книжке добраться. А, отлично, во. Ох, тут, конечно, О, включилось, а смотри, какой-то тенище тоже опять. Ну, какой-то маньяк тут просто делал это все. Просто вообще, я вам скажу. Ага, у нас тут, короче, надо теперь этот, подожди, мостик собрать. Так, хорошо. Ну, подожди, ну. Обалдеть, конечно. О, есть, да? Не, подожди, еще... Хорошо, наверх. Ладно, давай попробуем. А, в тень надо, тень, давай. Тень. О. Поднимаемся наверх, и там что-то будет, да? О, отлично. О, я где оказался? Ого. Ух ты, что-то дальше расскажет там кошка. А ну-ка. Ух ты, новая часть истории. Так, поднимаемся на самый верх, поднимаемся, и что-то там нам покажут. Да, такой мультик-страшилка. Это ж все дело, девочка лазит ночью. О, ух ты, тень. Она познакомится, наверное, с тенью своей, да? Ой, а тень жила, ух ты. Тень. Ничего себе, жестко. Жутковато, конечно, честно говоря. Вот если так в реале было бы, конечно, это было бы довольно страшно, я думаю. О, опять это летучая мышь. Тут, короче, летучая мышь, это постоянно, что-то она тут. Кошка, летучая мышь-то. Так, да, девочка-то, конечно, залезла вообще не пойми куда. Тут только какого-то кровавого маньяка не хватает для полного набора, так сказать. Да? Ой, глаза какие уже у нее. О, кошка.
Слушай, кошка у нее, конечно, жуткая, честно говоря, вообще. Так, тут дверь какая-то, что-то за ней какая-то тайна. Ага, вау. Куда тебя, куда ты, ты тащишься, кошка-то? Ого, часы огромные, огромные гигантские часы. Тьфу. Оба, ты кудой? Ты чё делала? Ты зачем закрыла все? Ё-моё. О, робот какой-то, смотрите, огромный гигантский робот механический такой, да? Такой вот стимпанк все здесь, такой в духе стимпанка такого, да? Да, вот такая вот у нас следующая головоломка получается, да, в этой вот игре. Да, ну это, конечно, будет уже, как говорится, дело отдельной уже истории. Вот. Вот такой вот у нас получился обзорчик игры Iris Fall. Вот такая классная, очень действительно необычная головоломка на тему света, тени и вообще там путешествия между мирами. Такой немножко в духе хоррора такого, да, таинственного. Вот, игрушка классная очень, она на русском языке, что тоже интересно, да. Хотя тут, в принципе, практически все без текста, понятно. Тут все, можно сказать, интуитивно доступно. Вот, такой вот обзор у нас получился. Кто, как говорится, оценил его, может поставить лайк нам. Вот, пишите комментарии, свои мысли, пожелания, так сказать, вот. И делитесь видео с друзьями. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. При этом не забывайте про колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видеообзоров в числе первых. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем удачи, пока, до новых встреч!